последним современной технологии. Полимер специально разработанный для наших сочинских условий. То есть у нас же не только тепло, но и есть холод, зима, даже все-таки субтропики, да? Ну и так далее. То есть на прямом участке, то есть здесь у нас и старт, и финиш, главные трибуны, это фасад, все, что связано именно с трассой, все там, за и сама трасса, и пит-стоп, и конюшни, и МЧС у нас там, и медиацентр, все у них там. Это только фасад сюда, парк Олимпийский.